Сегодня, 9 ноября, в Махачкале на базе Дагестанского государственного университета проходит заседание проекта Совета по внешней и оборонной политике «Северный Кавказ в международном контексте. Вызовы и возможности». В конференции принимает участие председатель Президиума Совета, российский журналист-международник, политолог Федор Лукьянов, а также представители российских вузов, Народного собрания и правительства Республики Дагестан. Обсуждают на форуме такие темы, как экономическая война недружественных государств против России, особенности и перспективы Кавказа в условиях современного мирового хаоса и другие насущные вопросы. Та переломность момента, которую мы переживаем сегодня, пожалуй, несопоставима ни с чем, что мы можем вспомнить. Я вижу в этом зале людей очень разного возраста, в том числе и тех, кто хорошо помнит предыдущий наш перелом 30 с небольшим лет назад. По словам эксперта, именно сейчас мировое сообщество переживает глобальный поворот в истории. Гражданам страны необходимо быть готовыми к нему, а главное понимать, каким изменениям может привести новый мировой порядок. Мы всей страной, а я даже не побоюсь этого слова, всем миром, вступили в совершенно другую эпоху, когда, с одной стороны, надо очень точно понимать, откуда мы идем, почему так сложилось, но с другой стороны довольно наивно и, наверное, бессмысленно пытаться брать какие-то рецепты из прошлого. Далее по программе заседания планируется лекция журналиста на тему «Как добиться успеха в новой конфронтации». Завершится форум пресс-подходом с Федором Лукьяновым.